Перчатки, позволяющие тапать по сенсорному экрану iPhone, iPad и прочих классных гаджетов, вещь необходимая в наших морозных широтах. Как раз такие сегодня у нас на тесте. Называются iGlove. Перчатки пакуются в компактный симпатичный бокс. Подарить на праздники аксессуар будет не стыдно. Модель доступна в 10 цветах. У нас наиболее строгий черный и легкомысленный розовый варианты. Перчатки безразмерны или скорее позиционируются как универсальные. One size или растягиваются под любую руку. На наши нормальные руки оделись отлично. iGlove выполнены из акрила. Стойкость холода умеренная, до -5-7 они справятся, а для более сильных морозов лучше подобрать защиту поосновательнее. Так а проводящие посеребренные нити находятся в контрастных по цвету фалангах большого, указательного и среднего пальца. Плохо ли, что не все пальцы сенсорные? Навряд. Перчатки с честью справились с нашим классическим тестом. Бить с первого раза сверхдлинный адрес ukrainianiphone.com и отлично показали себя в обычных телефонных сценариях. С играми все тоже очень ок. Я даже обыграл сверхразвитый искусственный разум в мобильном хоккее. В этом однозначно есть заслуга часов практики, но и iGlove тоже не подкачали. Ну и напоследок, несколько новый для меня образ и заодно подтверждение безразмерности iGlove. Явно женские розовые тоже сидят как на меня шиты. На небольшой ручке жены, кстати, смотрятся не хуже. Вердикт. Удобные, универсальные, технологичные и недорогие. Отличный вариант для айманьяков и просто активных пользователей сенсорных гаджетов. На этом все. Пока!